Привет, друзья! Вот, наконец-то, мы начинаем выполнять задание шестой сложности. Так. Довольно долго мы уже проходим эту игру. Дополнительные миссии еще так и не появились. Сложность девятая. Обычное задание, шестая сложность. Черные медведи миссия была прошлая. Вот, давайте мы выполним. Так, лес императрицы, это кого? Притхимата. А здесь кто? Ураборос. Во время геологической экспедиции на лугах на исследователей напала стая якшей. Началась паника, поэтому точное количество нападавших никто не запомнил. Но мы полагаем, что их было двое или трое. Уничтожить их не составит вам труда, поспешите. Вот, пожалуй, мы стаю якшей и будем уничтожать. Они довольно такие клево выглядят. Такие на двух ногах бегают. Еще у них есть пушка. Два всего. Две якши всего. Сейчас мы с Сомой здесь. Его нагнем. Давай, Сома. Ну, он в самом них дамаг подходит. Просто коси его, да и все. Все будет чики-пуки. Устал мы. Куда ты? Куда ты? Я тебе не дам еще хп похилить. Вчера ты здесь собрался. О! Бегать начал. Инопланетянин с автоматом. О, вот это я отлетел. Мигает. Мигает у него хп. Близок твой конец. Ой. Отлично, мы уничтожили якшу. Ой, блин, я подох в этот момент. Давай, это мы захаваем. Опа-на. Шлем якши. Так, я пока похилюсь маленькими аптечками. Они там против двоих дерутся. Куда нам надо? Вон туда. Держите, девочки. Подмога уже в пути. Сразу пуля. Ух ты, ни хрена, он подлетел. Ой, еще пуля мне дала. Вот тебе. Вот, опять мне пулю дала. Еще пуля. Берем золото.
а не союзник. Да, давайте того гасить. Ой, ты, блин. Ярость вошел. Связь клеток оракула, голова. Хочешь подохнуть? Прости, у тебя нет выбора. Ой, не тот, не тот, вот того надо дать. Я его убью. Якша подох. Остался один. Он даже не мигает еще почему-то. Почему-то ты не мигаешь. Нахи. Арагами поизон. Поизон — это яд. Отравился, да? Ну, это уж твои проблемы. Мигач еще не начинает почему-то. Давай, давай. Мигать начал. Ты не охренел ли? Кто хочет похилиться? Хильтесь. Он там хп хилит себе. Наплечники разрушены, цвет клеток, отлично. Он сейчас будет умирать. Довольно-таки легкая миссия. No monster will take me while I still hold an arc. Who needs the big list of rules that can live by mine? Slash the things until they stop breathing. With this out of the way, we've got a whole day ahead of us. Actually, I think my room could use a cleaning. Он успеем взять? Успеем, успеем. Что это? Стекловолокно. Значит, миссия выполнена, довольно-таки легкая. Саку давно не было, ей дадим. Блин. В копье-то что-то не выпадает никак. Следующая у нас какая миссия? Уничтожение Урабороса, да? Давайте его будем гасить. Срочное задание. Ну это мы уже выполнили, так что мы это выполнять не будем. Это время тратить только. Есть задание Лес Императрицы, Притхимата, есть Дыхание Дракона. Ураборос пришел на луга и принес с собой торнадо, из-за которого жилые районы засыпает камнями. Один из наших отрядов уже одолел такого врагами один раз, и судя по отчету, световое оружие света оказалось эффективно. Да я его сам одолевал уже. Так, аптеки мы заберем сейчас. Шарик тоже нужен. Световое оружие. А у меня вроде не световое, а искристое, да? Он сойдет. Капец, здоровенный паук просто сейчас будет. Сейчас будет мясо. Так,
Так, пули давайте световые возьмем. Так, а где он? Он здесь один всего лишь. Вот это у меня, конечно, пулеметчик. Тур-тур-тур-тур-тур. Бошку ему сюда. Нафиг. 11 хп. 11 хп. 11 хп. 92. О! Куда ты? Тише, 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 тише. Ты такой здоровый, что прям вообще. Ходишь, и земля трясет. Да в ногу ему бейте. Чё, давайте похилимся. Давайте похилимся, похилимся. Живи таблетки, наркоман чертов. Я побежал с другой командой, когда у меня послабже было оружие. И команды там слабее намного. О, пуля. Жбан, тебе стрельнем? Промазал я. Ты мигать-то уже будешь когда-нибудь? Ух ты, он меня свалил. Полечите меня, пожалуйста. Братаны, сестры, сестры. Сома, Сома, давай, давай, ты рядом возле меня, полечи меня. 20 секунд осталось. Ну, гранату кинь, отлично. Молодцы, просто супергерои. Пуля, пуля. Ой, ты мне прилетела нехило. Чё, я тебя сейчас втащу. Ураборос. Спасибо, что меня похилили. Добрая женщина. Вот они все такие берутся. О, пуля. Где там башка-то твоя? Ну-ка, поворачивайся. О, блин, так стрельнул. 29 хп всего. Тут даже мигать не начал. Мы уже почти 4 минуты мочим. Гребаный Ураборос. Но, блин, по ногам дамаг идет больше, чем по башке. Даже мигать еще не начал. А, меня опять подбили. Спасите меня, пожалуйста. Кто такие здоровые вообще появляются? Не
играть начал, отлично. О, блин, я ж тебя втащил. Рогами чертов. На каком языке они говорят? Граната, граната, пишет, что это не конец. Мне тоже надо похилиться, пожалуй. Давай, супер пуля. На тебя в башка. Думать, что творит. Значит так. Сейчас тебе капец придет. Зеленое, значит, это состояние, когда он не может драться. Можно его гасить и гасить и гасить и гасить. Давай, пуля. Карапуля. Иди сюда. Он уже сейчас подыхать будет. Уже вон как быстро мигают хпшки у него на мини-карте. Не ощутил даже. Когда первый раз я с ним дрался, я тогда ощутил. Так, что с него? Я уже забыл, что с него, какие ресурсы-то с него падают. Опа-на. Мох хаоса, рок хаоса, коготь хаоса. Все нормально. Вот они, моя команда. Хоть бы такую фото на память. Пока еще никто не сдох. Сакуя. Да, я помню, когда я к ним пришел, она меня еще учила. А сейчас я командир. О, Сома, у него прям целых три. Мне нужно кое-что нужно, идем. Опять будешь свой меч показывать? О, копье, мастер быстрых пуль. Хочу кое-что тебе показать. Это мне уже показывал. Сома хочет узнать, как настроено ваше божественное оружие. С серьезным видом он тщательно осматривает оружие. Вам кажется, что вы видите Сому еще с одной стороны. Как бы то ни было, не забывай, что это божественное оружие. Оно живое, оно дышит. У тебя склероз, походу, да? Ты мне так говоришь уже много-много раз. Братан, скидки мне нужны уже твои. Карту скидок выдаешь? Обычное задание, шестая сложность. Осталось два задания. Давайте выполним задание. Перехват инициативы. Устраните падшего квадригу в районе залива. Атакуйте его огнем, но не забывайте про мелких рогами вроде ваджрахвостов. Убейте квадригу, и они разбегутся. Существует теория, что мелкие рогами выступают разведчиками крупных в обмен на защиту. Вдвоем? Но этих я не хочу с собой брать. Они мне не нужны. Скоты мы сейчас. Будем их... Я же капитан отряда. Кого хрен я сержант? Ну, вдвоем квадригу. Убьем. Тревога. Рогами во внешнем гетто. Нам пора. Это работа для отряда обороны. Продолжайте свое задание. Хорошо? Хорошо, я рассчитываю на вас. Удачи там. Что-то рогами зачастили. Чуть ли не каждый день пробивают стену. А рогами слишком сильно изменили за последние несколько месяцев. Защитная стена уже не справляется с такой силой. В смысле, селективный фактор? Он не успевает подстраиваться к тому, как меняются рогами?
Его возможностей уже не хватает. Возможно, мы могли бы укрепить стены, установив ядро одного из врагами нового типа. Это сделало бы броню прочнее, но... Круто. Это нам по плечу. Бежим. Котяры, мы сейчас будем уничтожать падшего квадригу этого лося. О. Давай, Оригами, сейчас ты будешь получать люли от меня. Так, значит, нам надо уничтожить падшего квадригу и два ваджахвоста. Опять он, конечно, здоровый. Сначала мы, конечно, будем убивать ваджрахвостов. Эй, лось. Бешеный. Дай пройти. Тише, тише, тише. Хилить ты меня некому, вот это проблема. Да пошел ты, я тебе сказал. Падшего дьяволкова мы убили. Сейчас ваджрахвост. Кот, отвлеки пока этого болвана. Ой, блин, он на меня бежит. Кота, спаси меня! Братан, гранату туда. Я же реально подохну. Ну, дурак маленький. О! Красава. Минус один. Что происходит? Сначала убьем малявок. Малявка, походу, не хочет умирать вообще. Ох, тварина. Что такое мощное, а? Отлично, ваджрахвост уничтожен. Остался только один квадрига вот этот. Синий гомосек. Ой, блин, ой, я по хильцу успел. Что там тебя надо пить сверху? Мы Борга Камлана вдвоем будем вали, смотрите. Притом... Я его один убивал, а Алиса даже не дралась тогда. Квадригу до тебя я не убью. Какие там патроны? Огненные на него надо. Здесь патронов 1000 хп. Но он еще даже не мигает. Но мы же вроде так нормально хп слили. Давай, давай, мочи его, мочи, 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 мочи. Котяра, ты давай.
не стесняйся, стреляй, все пули в него мочили. Куда ты-то, родной? Давай уже не гать, начинай хотя бы немножечко. 5 минут мы тебя уже колотим. Давай. Ой, блин, я походу... Аптечка. Вот это средняя аптечка. Еще одна. Может, ты уже хочешь помигать мне на миникарте? Стоит только попросить, он это сразу исполняет. Отлично. На тебе. Говнюк маленький. Что-то ни хрена не маленький. О, нехило, мне прилетело. Давай, не подводи. Кота, стреляй в него. Блин, у тебя потру закончился, что ты? Течка. Ему ракета пролетела, он так засмеялся, смешно, а? Мигает, мы ему уже нормальненько обослили. Ох ты. А, это довольно-таки прикольный дубль. Первый такой все ржавый. Тут скорпионов выйдет, наверное... Первый, который был, обычный War Camlan, он прикольный был, только серебряный. Стреляй ему, паш бану. Я расходит. Опасно, парень. На тебя сдохну. Я подох. Две аптечки такие остались у меня. Куда ты? Ну, вот. Давай, немножечко осталось. Опять Вера входит. Хоть в туалет заходи, только сдох. Сейчас он будет подыхать. Кода, you're in danger. Please disengage and grab some cover. Свои ракеты. Как можно было такие рогами здоровые стать? Стой! Давай, немножечко осталось. Опять в ярость входит. Какой-то ты яростный чувак. На тебе. Поменяйся. Вы уничтожили падший квадрига.
не так и трудно, в принципе, было это уничтожить. Мы с Котой супер тима. К следующей битве мы подготовимся так, что мы лишь капец все выиграли. So I really want to hear the truth. You can be brutal. It's okay. Tell me what I can do to support you better. Почти 10 минут его били. Кота, тебе давай. Я буду прям как и сам из Бугаралли. Отлично. О, копье. Отлично, в копье дали. Меня аж даже два раза отпинали. Два истощения мне сделали. Так. Так, мы защитили. Наша очередь с Алисой стоит. Недавно я решила вернуться к основам и снова принимать все типы заданий. Исследовательский отряд и отряд обороны. До меня вдруг дошло, сколь малую толику их работы я видела. А с тобой побазарить. Я попросил Хибари увеличить количество заданий с новыми типами Арагами. Это не просто, но это если мы усилим защитную стену, это поможет проекту Эгида, наверное. Так, я у тебя сразу куплю аптечки. Карту скидочную гони. Карл? Отряд сопровождения все чаще привлекают к делу, и это хорошо. Простите, жители гетто, но мне пора идти зарабатывать. Да иди нахер. На этом мы заканчиваем этот эпизод. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока!